Добрый день. Сегодня распаковываем розы от питомника вдохновения. Начнем. Нам помогает булочка. В заказе у меня 20 роз. Итак, начнем. Роза Имка Марина. Розы все достаточно тоненькие. Sunshine Babylon Eyes. Корневая хорошая. Посылка ехала с деком дней 6 из Кущевской. Какие-то, видимо, перебои были. Роза Метеор. Появились белые всасывающие корешки. Роза Джаз. Розы едут в сыром торфе с кусочками силикона. Космос.
Pine Dream, японская роза. Достаточно мощная. Brighton Prejudice. Грейс. Здесь побег отломился. Надо будет срезать. Джефф Эль Артист. Появилась небольшая белая плесень. Но думаю, это не страшно. Хотя вот здесь вот побег прям треснутый. Тоже, скорее всего, придется удалить. Шато Барберолис. Также вот это вот придется удалить. Вот посюда. Night Owl. Также какие-то странные пятна на побегах. Возможно, LMR. Сиюн Пёрпл. Принцесса Майя. Опять эти красные пятна. Капучино. Мария Наталья. Тоже вижу здесь какие-то странные бурые пятна. Все это надо будет удалять. И обрабатывать.
Краун Принцесс Маргарет. Вестерленд. Также просвечиваются какие-то пятна на побеге. Айконик. Здесь побег пошел уже новый. Роза Гейша. И роза Саузерн Бьюти. Также такие вот цены. Итак, замочила я все в корневине. Что хочу сказать? Розы с такими пятнами у меня вызывают сомнения, конечно же. На данный момент в моем саду из-за того, что у нас в Подмосковьях постоянные были дожди каждый день практически, и холодные ночи, и жаркий день по 30 градусов, а вечером могло быть 12-11. У нас, у многих, есть, конечно же, разные грибковые болезни. В моем саду сейчас есть ЛМР, ложная мучнистая роса. Я не профессионал, не очень сильно разбираюсь в болезнях. Спасибо вам за то, что помогли разобраться, что за болезнь конкретная. В течение лета я обрабатывала свои розы фальконом. Вот, и такие пятна есть сейчас на моих розах, на стволах. Вот такие вот бордовые, какие-то коричневые. Соответственно, если, конечно, из вас кто-то разбирается, что именно вот это тоже пятна, и кто-то может сказать, что это именно тоже ложная мучнистая роса, скажите, пожалуйста, потому что, ну, такие розы, конечно, высылать это ужасно. Больные такой серьезной болезнью. Ну, если, конечно, это вообще не рак какой-нибудь роз. Могу сказать точно. Ну, понятно, что это не черная пятнистость. И не мучнистая роса, скорее всего. Но если это болезнь все же, вот еще раз показываю, какие розы пришли. Соответственно, вопрос к питомнику. Высылают такие розы больные, а потом наши сады болеют. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.